течение там, в принципе, очень хорошее, потому что водолаз, так скажем, долго работать не смог, потому что очень сильное течение. Там, там идет изгиб реки Камы, то есть практически часть течения попадает на это место. И не факт, что этот человек все еще находится там. Все-таки уже прошло 3 месяца. Рэй Донован. С понедельника по четверг. Премьера на телеканале «Эфир».